Специализированный транспорт батальона «Фулджер» жители столицы могли увидеть припаркованным на центральной улице города вблизи Камрадского государственного университета. Учения проводились в здании вуза. По сценарию учений Камрадский государственный университет захватили террористы. Бойцы спецподразделения должны освободить студентов и преподавателей. Как сообщается в пресс-релизе Главного управления полиции, речь идет о контртеррористических учениях. Уточняем, что речь идет о тактических маневрах, которые все время организовывались с целью проверить способность реагирования и вмешательства сотрудников. Подобные учения организуют по всей стране, говорится в сообщении правоохранителей. Территория вокруг Камрадского государственного университета была оцеплена бойцами подразделения «Фулджер». Доступ прохожих был ограничен. За передвижением граждан наблюдали представители полиции со своих блокпостов. Перед зданием можно было заметить бойцов в амуниции и с оружием в руках. Мнения жителей по поводу происходящего были неоднозначны. Может быть, эти учения должны проводиться, но я думаю, что это должны быть какие-то специализированные здания для спецподразделений, где они могут тренировать и оттачивать свое мастерство. Что она будет проводиться, нигде не было этом вывески или рекламы, или нигде не было. Не думаю, что это нужно вот это. Контртеррористические учения подразделения «Фулджер» проводятся по всей территории страны. Людмила Новак, Влад Табачук, Мария Казаку, новости ГРТ.